Так, я сумел заехать в гараж. Это, конечно, фиаско. Сейчас немножко подожду, она подрастает, и начну ее подразбирать потихонечку. В планах сегодня попробовать махнуть печку и подготовить морду, наверное, к замене лабаша. Пацаны здраво мне прислали печку. Попробуем ее поменять. Просто там есть одна сложность. Я не знаю, куда ее подключать. Проводов, блин, питания на нее нету. Не приходит. А так, в принципе... Ну, встал, конечно, сикость наискось. Да, это выглядело как-то так. Ну, сейчас еще ничего так выглядит. А вот по пути это было не прям камильфо. Будем менять печечку. Как-то так это у меня сейчас все это выглядит. Зато смотри, братан, какая она все-таки пушка, а? Блин, мне вообще дико нравится. В общем, ребят, такая тема. Давно хотел, кстати, заказать. Все что-то как-то откладывал на потом. Ну, а сейчас как бы такой момент, их как раз не было. Решил заказать, посмотреть, что это такое все-таки. Обошлись они мне в 34 рубля. Ну, их, естественно, надо будет чуть-чуть доработать. Вот такие вот крутилочки. Вообще пушка. У меня как раз вот здесь потерянные. И вот так они сюда встанут. По-моему, будет пушка. В общем, вот такая вот обстановочка с печкой. Где тут что, от чего? Я, если честно, что-то вообще хер пойму. Куда питание на нее приходит? Вот, грубо говоря, что у меня есть. Моторчика печки здесь нету. Тут вроде как бы приходят какие-то провода. Че, куда? Нихера не знаю, короче. Опа. Ну, такой момент. С той стороны. В общем, заказал моторчик печки себе. Мне прям прислали вообще прям подарок. Все нахер целиком. Это прям пушка космос. Но вот сюда должно приходить питание на моторчик. Че я вот хер поймал, да? Где оно должно быть? Вот это что-то за блоки. Потому что видим мы его, я так понял, с вот этой стороны. И вот еще здесь фишечка. Сейчас пойдем смотреть туда. Че здесь да как? Вот эта фишечка, это вот это понятно. Вот эти, наверное, блоки, это. А вот где питание на саму печку? Я что-то нихера не пойму. Ну, будем разбираться.